Иногда некоторые студенты испытывают финансовые трудности во время обучения. Не хватает стипендий, нет работы в свободное от учебы время, или же просто нет желания зависеть от своих родителей. Чтобы как-то поддержать студентов, Казанский университет совместно с представителями Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан учредили проект получения социального контракта. Одна из новых форм именно социальной помощи для граждан – это социальная помощь в виде заключения социального контракта. Обучающиеся Казанского федерального университета, они имеют возможность получения разных форм социальной поддержки. Это есть и получение для студентов как бюджетной формы обучения, и материальной социальной поддержки, это социальные стипендии, иных выплат. Суть проста. Если доход студента меньше уровня прожиточного минимума, тогда студент имеет право претендовать на получение социального контракта. Студент может обратиться в соответствующие органы, и после написания заявления ему будет предложена временная работа. Мы понимаем, что студент, он учится, и он не должен работать на полный рабочий день. Получается, что студент может работать и на 0,1, на 0,2 ставки, на полставки, то есть как в университете, так и в любой другой организации. К слову, период действия социального контракта составляет от 3 месяца до 1 года. Как нам рассказали, срок контракта будет зависеть от решения соцзащиты. Там собирается комиссия, там проводится беседа с претендентом на получение этого социального контракта. И дальше уже сама соцзащита как бы определяет, как бы подходит человек или не подходит, и на какой период будет заключен этот социальный контракт. За более подробной информацией студенты могут обратиться к заместителям директоров по воспитательной работе своих институтов, а также в департамент молодежной политики Казанского университета. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.